Композитор Джузеппе Верди любил повторять: «На моей травиате спать публика не должна». Зарядил ноты такими эмоциями, два столетия будоражит. Музыка как брызги шампанского. Вот так. Поэтому она вот и привлекает своей вот энергичностью, моторикой, вот какой-то, не знаю, в ней есть жизнь. Режиссер Дмитрий Бертман ставил ее в Германии, Канаде, Франции, Новой Зеландии. И это были эпатажные постановки. А в своем родном театре даже хоть как-то осовременить оперу отказался. Тот редкий случай, когда классики отнеслись бережно. А ведь если бы не Александр Дюма и его «Дама с камелиями», всех этих нот могло и не быть. Свою оперу Верди пишет под впечатлением от знаменитого романа. Кстати, сошлись два гения не просто так. Оба были влюблены в женщин, очень напоминающих травиату. А вот и тот самый скандальный сюжет. Он из уважаемой семьи, она куртизанка. Два столетия назад кто в Париже так не жил? Но вынести все это на сцену смелости хватило у Джузеппе Верди. Он сделал это первым. И первым показал, даже в таком разрушительном союзе, как говорили в те времена, есть место любви. Настоящий. Хотя Шота Чубиров, исполнитель главной роли, насчет настоящих чувств с композитором поспорил бы. Виолетта, она по-настоящему любит Альфреда. Альфред жил за счет содержанки у содержанки. То есть это надо так вот, не знаю, это так надо убедительно показать, что ты влюбился. И ведь как актуально, мы все чаще мечтаем жить за чей-то счет, под прикрытием той самой любви. Но, как ни странно, это не про травиату. Уже сегодня знаменитая история любви на сцене Геликон-опера. Марьяна Вахидова, Илья Редкозубов, Первый канал.